Ну что, друзья, привет, 19 мая сегодня. Короче, четвертый поход за грибами. Ну, пришли в то же место, вот с таким вот осинником. У нас просто пятак был недобратый. Я по навигатору посмотрел, что мы там не все обрезали. Мы были, короче, в той части, в левой. Можно сказать, в одной третьей части той стороны. А сегодня уже пришли вот в остальную часть, как бы, осинника. Вот уже набрал я пакет. Вероника тоже набрала там в пакете сколько-то. Ну, когда покажи сколько. Короче, если высыпать ее на грибы сюда, у нас будет полный пакет. Вот у него какие опятки. Не опятки, а сморчки. Здесь вот какие сморчки. Так, ну что, наверное, сейчас пойдем пакеты спрячем. И это, пойдем в другое место. Сходим, у нас там еще по навигатору несколько таких пятаков есть. Но есть, короче, они в 3, 4, 5 даже раз больше, чем вот эти вот. Вот такой вот осинник, вот, видите. Растут они вот, сейчас я, подождите, зайду, покажу. Вот просто вот заходишь, ну, вот в таком вот малиннике в основном его нету, этого сморчка. Вот так, допустим, идешь сюда. Вот, идешь. Здесь мы уже обобрали. Может, что и попадется, я не знаю. Просто иду наобум. Сейчас вам покажу. Вот. Заходишь, и вот с такими вот ровными листьепокрытиями. Вот осиновые листья, тут черемушки вот растут, где рядом черемушнички. И вот, смотрите, друзья, вот только зашел. Вот видите, вот. Вот сморчок. Мутированный сморчочек. Видите, с двумя головами. Вот.